При очень компактных габаритах прибора, всего 11 см, осциллограф HPS-140i обладает широкой функциональностью. Высокая чувствительность, маркерные измерения, измерение аудиосигналов, автоматическая настройка измерений в зависимости от особенностей входного сигнала, память осциллограмм и функция удерживания изображений на дисплее. Все эти возможности интегрированы в компактном и эргономичном приборе HPS-140i. Основные возможности осциллографа. Выборка в режиме реального времени 40 мегавыборок в секунду. Полоса пропускания до 10 МГц. Автоматическая настройка измерений. Чувствительность составляет до 0,1 мВ. Маркеры амплитуды и времени. Измерение аудиомощности. Зарядка осуществляется от USB посредством DC-DC преобразователя. Характеристики основные. Полоса пропускания до 10 МГц. Входной диапазон от 1 мВ до 20 вольт наделения. Всего 14 шагов. Входная развязка IC, DC и Земля. Выборка в режиме реального времени 40 мегавыборок в секунду. Разрешение 8 бит. Временная шкала от 250 наносекунд до 1 часа наделения. Автоматический или ручной режим измерений. Аттенюация пробника 1 либо 1 к 10. Показания DC, IC плюс DC, True RMS и немногие другие. Измерение мощности аудиосигнала осуществляется при нагрузке от 2 до 32 Ом. Функция удержания данных на дисплее и опции памяти. Маркерное измерение времени и напряжения. Максимальный входной сигнал 100 вольт, амплитуда IC плюс DC. Подсветка дисплея осуществляется белыми светодиодами. Питание осуществляется от никель-металлгидридных аккумуляторов, входящих в комплект поставки. Срок автономной работы прибора до 6 часов. Питание и подзарядка осуществляется 9 вольтами посредством DC-DC преобразователя, питающимся от USB выхода любого прибора. Габаритные размеры 94 на 114 на 29 мм. Осциллограф весит всего 200 грамм.